Всем большой привет и здравствуйте. Сегодня будет ремонт головки. Всем давно известный автомобиль. Он у нас уже много-много лет на канале фигурирует. Ну вот, время идет, и ему потребовался ремонт головки. Почему? Сейчас покажу. Все закопченное, все черное, свечи черные. Короче, у него появился огромный масложор, ребят. И буквально за день, за два засираются свечи. И, соответственно, капиталим головку, да? Новые клапана, новые втулки, новые сальники, новые прокладки, новые рокера-солдатики. Но все эти подробности вы увидите на нашем втором канале. Ну, давай. Эгоист Компани. Да. Переходим, смотрим. На нашем втором канале Эгоист Компани. Там Дима покажет подробнейшую разборку со всеми притирками, подгонками и так далее. Ну, а у меня сейчас просто такой маленький-маленький анонсик, чтобы народ переходил туда, смотрел, подписывался, ставил лайки, ну и комментировал, естественно. Комментарии с матами и с вопросами о цене будут удаляться и баниться. Короче, здесь ремонт, капитальный ремонт головки. Смотрим на нашем втором канале. До встречи там. Ссылочки и описание по переходу где-то там внизу или вот тут наверху будет. Все, до встречи на нашем втором канале. Всем пока.